За работу в прошлом году награды получили все краснодарские аэропорты. Международный аэропорт Анапа удостоен звания лучшего регионального аэропорта России с пассажиропотоком до 2 миллионов человек в год. Здесь было открыто 13 новых внутрироссийских направлений. Международный аэропорт работает с 30 авиакомпаниями, выполняющими полеты по 45 направлениям. В планах коллектива – строительство нового аэровокзального комплекса и открытие других направлений. В настоящее время ведется работа по организации расписания полетов в курортный сезон 2015 года. Достигнуты договоренности об открытии новых авиарейсов в Иркутск, Новокузнецк и Чебоксары. Откроются регулярные рейсы в Ереван. Аэропорт Анапа сделал очень сильный рывок в плане того, что в первую очередь была выполнена реконструкция взлетно-посадочной полосы и всей инфраструктуры аэродрома, что позволило нам принимать воздушные суда иностранного производства, которым в основном сейчас оснащены российские компании. И это позволило нам расширить спектр услуг для авиакомпаний и привлечь все новых авиакомпаний на наши линии. Результатом этой всей работы именно этот год прошел у нас прорывным.